Старом Осколе прошел принципиальный матч первенства области по футболу среди старших юношей. От исхода этой игры зависел состав призовой тройки. На поле команды Белгорода и Старого Оскола. Белгородцы – лидеры на протяжении вот уже нескольких лет. Староскольцев хоть и нельзя назвать аутсайдерами, но по итогам игр прошлого года они далеко не в фаворитах. Зато матчи этого им удаются. Команда сыгралась, уверяют тренеры, и готова побороться за медали. Они уже сейчас у нас становятся как выпускниками нашей детской спортивной школы. Поэтому результат закономерный. Будем надеяться, что сегодня выиграют. Пока 3-1. Староскольцы не подвели болельщиков. 4-3 в их пользу. Турнирная таблица первенства на сегодняшний день выглядит так. На первом месте Губкин, на втором – Белгород, команда второго состава, на третьем – Старый Оскол.